это я, Блиппи! Скоро мы с вами познакомимся с фламинго и с другими животными, которых мы называем амбассадорами. Будет интересно! Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я сегодня! Сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, штат Вашингтон! Вы уже бывали в зоопарке? Да, это так круто! Можно увидеть больших животных, маленьких животных, даже насекомых, если хотите. Да, я в предвкушении. Идем! О, мы с вами на территории вольеров. Это так круто! Ого, посмотрите-ка. О, похоже, это угощение для животных. Ням! Ладно, положу это на место. Ух ты! А это настоящая еда для этих животных. Да, это то, что они едят каждый день. Эй, посмотрите, видите эти штуки? Да, насыпаем немного этой пудры, перемешиваем и получаем то, что эти животные любят есть каждый день. Ладно, давайте я положу это на место. Эй, вы заметили, что там лежало? О, это похоже на перо. Наверное, оно принадлежит животному, которое здесь живет. Да, перо. У птиц есть перья. И видите, оно розового цвета. Хо-хоу! Вы знаете, какое животное или птица розового цвета? Да, фламинго! Ладно, давайте оставим перо здесь. Теперь возьмем это угощение и пойдем поищем фламинго. О, это же Джон! Привет! Привет, Блиппи! Как ваши дела? Хорошо, добро пожаловать к фламинго. Спасибо, а что вы делаете? Я собираю перья. А это наше фламинго. О, вы видите фламинго? Ух ты! Вы не против, если я подойду к ним? Подходи, конечно. Хорошо? Эй, давайте подойдем поближе к фламинго. Оу, привет, фламинго, привет! О, эти фламинго такие красивые! А вы знали, что когда фламинго рождаются, они белого цвета, да, серые, ну, бело-серые. А потом, когда подрастают, они становятся розовыми, потому что пища, которую они едят, тоже сильно розовая. О, это так круто! А видите, какие у них длинные ноги? О-хо-хоу! Они очень длинные. У взрослого фламинго ноги длиннее, чем все остальное тело. У-хо-хоу! Это так интересно! Эй, а видите, что у них ноги сгибаются назад? Да, у людей ноги сгибаются вперед. А вот у фламинго ноги сгибаются назад. Вы, наверное, подумали: о, какие подвижные колени! Но я расскажу вам действительно крутой факт. Вы видите, у них вот это место прямо посередине ноги. Да, похоже на колено. Но там у них на самом деле щиколотка! О, это странно! Так, думаю, надо высыпать это угощение в воду и посмотреть, подойдут ли фламинго. Так, ладно, угощайтесь! Это шоу животных-амбассадоров. Ух ты! Еще одно животное! Это замечательное место! Привет, как тебя зовут? Я Сьюзи. О, рад знакомству. А это кто? Это Гарри. Он полосатый скунс. Ух ты! Полосатый скунс? Я вижу черный и белый. А почему у него такие полоски? Эти полоски помогают ему предупредить хищников вокруг о том, что он скунс. А если они уже сталкивались со скунсом, то они точно не захотят, чтобы он их обрызгал. А, ясно. Так, вы сказали «обрызгал»? Это про запах, который мы чувствуем, когда едем в машине? Примерно, да. Это очень сильный запах, и вы его ни с чем не перепутаете. И легко определите, если скунс вас обрызгал. О, ясно. А зачем скунсы это делают? Это их способ защитить себя. Если скунс чувствует угрозу, первое, что он сделает, это выступит вперед или он встанет на передние лапы, и это значит: «Не подходи ко мне, а то не поздоровится».
И если зверь продолжает приближаться, его могут обрызгать. О, похоже, что наш Гарри гимнаст, если он стоит на руках. О, это забавно. А что он ест? Сегодня он ест насекомых. Он очень любит жуков, любит овощи и фрукты. Он даже ест мясо. Ого, Гарри, это так круто! Я люблю скунсов. О, посмотрите! Ха-ха, еще одно милое животное! Хо-хо-хо! Это Эдуардо! Привет, Эдуардо! Хо-хо-хо. Эдуардо — это трехпоясный броненосец! О, похоже, что он ест каких-то насекомых! Это ведь так вкусно для него! Я вообще-то получил разрешение зайти внутрь, но... Вероятно, ему могут очень понравиться мои кроссовки, потому что они пахнут. Так что я зайду и посмотрю, заинтересуется ли он. Привет! Эй! Как твои дела? Ого, вы видите его? О, у него очень твердый панцирь. Да, трехпоясный броненосец может передвигаться в виде шарика. Но он сейчас этого не делает, потому что это для него защитный механизм. Да, а он себя чувствует комфортно сейчас. Эй! Видите, как он принюхивается? Он такой милый! А когти у него на лапах такие длинные, надо же! И из-под панциря у него торчат волоски. Ха-ха! О, посмотрите на него! Смотрите-ка, это же ястреб! Подождите, а вы кто? Меня зовут Линси. Я присматриваю за животными. Ух ты, а как зовут этого ястреба? Это Сиско, ему 32 года. Ух ты, Сиско такой красивый. Оу, мне нравятся его крылья. А у него большие крылья или... тонкие и маленькие. У него большие широкие крылья. Они хороши для полетов, но не очень для пикирования. О, ух ты! Они живут в стаях или поодиночке? Эта порода ястребов особенная. Они живут группами или семьями с другими ястребами. Большинство хищных птиц живет поодиночке. О, надо же! Мне нравятся глаза Сиско. Что в них особенного? Ястребы и другие хищные птицы имеют очень острое зрение. Это так круто! И мне нравится его клюв. Посмотрите, он такой острый! А можно я посмотрю поближе? Конечно! О, посмотрите на Сиско! Ух ты! О, такой царственный! О, привет, Сиско! Ух ты! Ух ты! Еще одна удивительная птица! Ого! Это кроличья сова! Ого! Как ее зовут? Ее зовут Папу. О, рад знакомству, Папу! А я Блиппи. Вы видите ее глаза? Они такие большие и желтые. О, это значит, что она хорошо видит? У сов отличное зрение. Ого! Но Папу такая маленькая, это что, птенец? Нет, Папу взрослая сова. Оу! И она, как и другие совы, летает по ночам, чтобы найти еду? Ну, другие совы ночные птицы. Они бодрствуют ночью, а Папу дневная, она бодрствует днем. О, это так круто! Папу, она такая милая! О, мне очень хочется ее потрогать, но я лучше не буду. Можно посмотреть поближе? Конечно. Ух ты! Посмотрите! Это анахи! Да, она такая красивая! О, видите, как она высовывает язык? Да, она так часто высовывает язык, чтобы принюхаться! Это так чудно! Мы с вами нюхаем носом, а она использует для этого свой язык! Да, эта змея называется краснохвостый удав! О, посмотрите, как она обернулась вокруг дерева! О, привет! Ух ты!
Надеюсь, у нее сегодня хороший день. О, она такая большая! Сейчас в ней 7 футов роста! Да, это примерно 2 метра 30 сантиметров в длину. О, но она будет еще длиннее. Она вырастет еще намного больше. У-ху-ху, да! Она может быть ростом 12 футов. Это примерно 4 метра в длину. О, это так круто! Ух ты! Смотрите! Это Блю. И Блю – исполинская ящерица. Она похожа на змею, правда? Да, змея с ножками. Но это не так. На самом деле она ящерица. Ух ты! Она так круто выглядит! Вы видите ее язык? Да, он синего цвета. Это необычно. Наверное, хищники думают, что этот язык ядовитый. Да! О, видите ее уши? Ух ты! Думаю, она хорошо слышит. О, надо же! Как твои дела? У тебя все хорошо? Ух ты! Смотрите! Это Тат, а это Кайра. О-о-о, посмотрите на них! Привет! Это египетские черепахи. Когда я слышу слово «черепаха», я думаю о большой черепахе. Но это уже взрослые черепахи. О-о-о, куда это вы идете? Они, наверное, голодные? На самом деле, они живут в пустыне, да. О, и это логично. Это же египетские черепахи. Ого, смотрите, они идут друг за другом. Это забавно. Хо-хо-хоу! Привет, пингвин! Эй! Вы это видели? Там такой милый пингвин! Но разве не весело нам было сегодня в зоопарке Вудланд в Сиэтле? Да, мне было очень интересно видеть всех этих прекрасных животных. Эй, а какое твое любимое животное? О, это отличное животное! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блиппи. Блиппи, молодцы! Ну ладно, до скорых встреч! Пока-пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!